Давай расскажем про наш дом. Наш дом. Вот это пусянка. Да, это пусянка. А с нами лавочка. Давай. Лиська. Тут у нас дровочки. Это вот на короче. Обиди черные и черные девчата. Черные обиди. Баба говорит, что они прыгали через нее. Тут рыбки, водоросли там. Такие. Но здесь такие таблеточки, вот. Короче, не нравится. Это будет вам. И сегодня мы будем рассказывать про дом. Да. Пускай дверь у нас. Дверь какая-то. Баба у нас. Так, заходим. Тут у нас что такое. У нас осталось кухонник. Давай Польку подождем. Ага. Закрыто, наверное. Закрываем, правда? Там такая улица.
Там утка. Да, такие хахи. На канал. Очень вкусно пахнет. Это был обзор наш на весь дом. Да. Чей дом? Ну, бабушки мои. Прабабушки. И сейчас мы покажем вам бабушки. Да. От взрыва. Там проходит, там дела. Кстати, вот это можно было зайти. И вот, вот так вот. Ну вот. Вот, прости, тут вот такая вот типа зона. Бабочка такая. И тут бомбоубежище. И тут дровишки ляжем. А тут можно еще тут зайти. А это зубы шестой, и это уже последняя часть. Вот. Да. У нас есть такая типа сарайчик. Да, старайся. Тут всякие велик, вот пакетки. Такой очень, для вот песок. Потом дальше у нас там дровишки, такой домик деревянный. Смотри. Да. Тут всякое такое, чтобы чинить. Это краска. Да, это краска. Смотрите. Дальше еще тут. Знаете, где тумбочка такая? И да, не так дерево. И компостик. И тут не надо почти. Это был такой обзор на